Ой, Я вижу. Вот эту хрень надо нам поймать. Кстати, на Дони похоже, чем... Кто там, а? Это я, откройте. Откройте. Здорово, Нузи! Ай, ты чё припёрся? Да, блядь, холодно на улице. О, а чё ты мои фотки с выпускного-то развесил? Чё? Вообще-то это фото Бигфута, мы же собрались охотиться на какую-нибудь ебаку. Это же я, ты чё? Ты чё забыл, как я выгляжу? Вот же, вот, смотри, я вот тут набухался и от камеры прятался. Короче, Ким, всем привет. Спустя миллион, даже миллиард столетий, все-таки Даня соизволил зайти в Рейка, ну и я тоже, и записать эту чертову игру, которую мы так давно не записывали. Теперь у меня хотя бы есть 60 FPS, раньше у меня был деревенский компьютер, как у Лехи примерно. Приветус, амигос, с вами Динкадин, и у нас сегодня наконец-таки я все-таки дошел до... Да, поздравлений и... Ну вот, наконец-то я вас поздравляю. Поздравляю вас, наверное, впервые. С Новым годом. И вот, с этой игры это все начиналось, на самом деле, зарождение этого канала, наших каналов. Так что вот. У Даньки, как всегда, нету оружия, у него ни хрена нету, даже мозгов. Блин, у меня есть только жир. Да, с этим не поспоришь. Пошли, найдем тебе ружье, я уже помню, где оно лежит. И, Даня, ты не забыл, как охотиться на него, не? Ну, я помню, мы капканы ставили. Ну, не, капканы это неинтересно, понимаешь? Ну, у меня на самом деле сейчас мысли спутываются с Бигфутом, потому что Рейк и Бигфут разные же. Ну, Рейк и Бигфут, да, это хрень разная. От одного разработчика, но смысл... Это не от одного разработчика. В смысле, не от одного? Не от одного. Я общался с Cyberlight'ом, да? И они сказали, типа, Рейк хорошая игра, но задумка дерьмовая. И сделали более крутую. Бигфут сделали. Так, смотри, вот здесь, он всегда пробегал. И я помню, как ты обсирался от этого. Да, я обсирался. Ой, музыка заиграла. Смотри, вон, видишь, та вышка? Наушники начали вибрировать. Да? Да. Ну, у меня просто с басами они, поэтому вот такая фигня. Смотри, страшно. Нам надо залезть на вот эту башню, короче, там лежат патроны. Давай. Ай, как уж это вибрирует, жесть. Ой, блядь! Я так и знал. Ты опять меня наебал, ты второй раз меня наебал. Ну, блин, Нузи, я помню, я вот сейчас только вспомнил. Я думаю, а что ты не поднимаешься, никаких патронов нет. Интересно, так, капканы берем. Пам-пам, бери. Давай пока не будем ставить капканы, пошли на болото к Кеку. Пойдем на болото к Кеку. Даня, чё тут брать? А, блядь! Ай, блядь! Ну нахуй, сука! О, блядь, Рейк, я бегу за ним. Давай, ты где? А, да. Ой, ты чё? Ай, блядь, он меня уебал. Я вижу. Даня, ты как калкаш такой. Бля, он меня уебал. Да, блядь. Я где? Вон эта херня. Вон, я по нему попал. По нему бавляется. Я что-то не... Кажется, не попал. Пошли за снайперской винтовкой насрать, потому что с этого дерьма мы его не убьем никак. Мы знаешь, мы только щекочем его вот этой хренью. Ну, да. Пошли к нему на болото, помоемся. А то тебя воняет, Даня. Ты жирный. От тебя воняет. От меня пахнет, отстань. А, да, я помню, тут звуки такие. Только в мультиплеере тут звуки травы, а в сингле... Там твердящее дерево было, на самом деле. А, да, пошли к газонокосилке соседа. Сейчас я тебя потерял, а вот все, нашел. Ты где, блядь, я потерялся? А, во. Блядь, а что тут звук такой газонокосилки какой-то? Где? Короче, пошли сейчас сходим до этого. Там, где лежали все время снайперская винтовка в лодке и валенок. Помнишь валенок? А, да, валенок, вообще. Валенок. Ебать, чья это нога? Школьный завтрак. Валенок, валенок, ебаный. Рейк, что, блядь, в баньку тут ходит? Походу. Валенки. Валенки.
Я угорал с Валенка, на самом деле. Таня загашенный просто, блядь. Знаете, как будто я разговариваю сейчас с наркоманом каким-то. Я потерялся. Ой, нет, я не потерялся, обманул. Ага. Наебсик. Так, а кстати, вот сингли, по-моему, тут что-то по-другому было. Вот этот вход в пещеру, по-моему, он прям болото был, не? Не, мне кажется, наверное. Наверное. Во-во-во-во-во. Да. Сейчас будет пердеть, где это дерево пердящее? Да. Так, что-то сыпется тут. Да. Не-не, где оно? Во-во-во, вот оно. Да, вот оно пердящее. Соседская газонокосилка. Так же заводится, блядь. Короче, Даня. Ау. Смотри. А где тут лодка была, это я точно помню. Во, смотри, валенок. Валенок. Ой, блядь, что падает? Ты что, лесорубы пришли? Короче, снайперскую винтовку я беру, да? Да, да. Патроны тоже возьму. Стой, ты посмотри на патроны, это, блядь, снаряды какие-то. Да, какие-то снаряды, серьезно. Для танков, блядь. Тут написано вульф, типа, волков убивать, да? Ну, по-моему, с этого даже слона, блядь, убить. Таким можно убить, там, я не знаю, медведя. Таким, блядь, танки прошить можно. Так, кстати, лучше, да. Даня. Я. Все видосы по рейку, да? Я бегал впереди, а ты сзади. Ага. Давай, пошел вперед. Идет так эти, блядь. Ты знаешь, ты как в хоррорах такое осматриваешься? Я так и делаю, я осматриваюсь. Когда сказал Даньку идти первым. И сам такой спокойно. Мне кажется, сейчас Рейк нападет, да? Угу, именно. Понимаешь, все время он меня пиздил, а теперь тебя будет. Ты такой идешь, типа, ну блин, зачем? Блин, зачем? Давай, побежали вперед. Ты такая. Я говорю, я никогда сзади не бегал, потому что ты у нас вечно сыкуешь. О, смотри, кабан! Кабан, кабан, кабан. Где кабан? Вот. О, кабан. Стой, подлу! Он сваливает. Да. Как ты от алкашей. Ой, я вижу свет там впереди, видишь, что за свет. Где? Ты где? О. Потерялся где-то, Даня. Водопад там. А, ну пошли помоемся. Водопад. Я же говорю, от тебя воняет. Да, есть такое. Сейчас придем, да. Блять, кто? Пиздец, что, сука, орёт, кто? Что происходит? Даня, это твоя самооценка. Кто орал-то? Твоя самооценка. Он на ФПС что-то просил. Да потому что всегда проседает. Пошли к водопаду, смотри. Пошли. Эх, какой красивый водопад. Блять, вот опять, да, кто-то нападет? Нет, тут не нападет никто. Ну, а, это же пещера его. Бля, хуй. Тут у кого-то живет. Это похоже на анальное отверстие. Да, да, как будто бы кому-то в жопу что-то пихают. О, смотри, камеру спиздил, падла. Пошли гулять. Ля, куда, где бы погулять? Да, ля, ля, ля. Так, пошли. Тут растение светится, смотри, текстура. Ну и что? Просто разработчики. Даня, ты когда об тумбочку ночью пёздаешь, у тебя тоже глаза светятся. Как у Шрека. Даня, у тебя глаза и так, как у Шрека. Куда мы идем? Пока мы типа Шрека не найдем. Ну сейчас ты к Рейку попадешься, а я сбегу. Чё-то Даня вообще не орёт, надо бы, блять, ему побольше скримеру. Реально, Рейк обиделся на нас, он ушел куда-то. Кстати, вот тут я помню, ружье стояло. Где-то. Здесь мы забрали с тобой уже. Кого? Пошли, ружье. Ты идиот? А, вот. Это да, будка за капканы. О, ружье. А, блядь! А, блядь! Заебало. Где? Да он меня с потолка ёбнул. Потолка-то тут нет уже. Вот, тут вот есть прорезь, вот видишь? Mm. Ладно, это было неожиданно, но я вообще не обосрался. Пошли. Так, Даня, смотри, чтобы дойти до лагеря, нам надо вот, иди по вот этой дорожке. Ага, да, вот, нормально. Небо вообще черное, как будто звезд вообще нет, как будто, знаешь... Вот он какой-то жопа. Сказал же по дороге идти, не, а, да, вот нет. Данька, ты тупой! А, блядь! Дерево! Блядь. Куда идти-то? Куда ты пошел, идиот? Я потерялся. Я назад иди, дебил! А, правильно иду? Ты за мной иди-то. Я не знаю, где ты потерялся. Ты... Я к свету бегу. А вот. Идиот.
Ну нахрен, не буду его залезать, сам залезай. Рэйку вылезай. Че-то встал. Пошли. О, смотри, тут, кстати, этот аккумулятор. Да второй раз уже не проиграется анимация. Че, все? Я поймал дичь. Я не вижу, я потерялся. Как всегда. Миллиметр от меня пробежал, не увидел. Аутист. Ты свет выключил специально. Ой, блядь! Сука! Ну нахуй, блядь! Чё такое? Ты видел, что он выпрыгнул? На тебя? Он от дерева к дереву бежал, короче. Хуяк-хуяк прыгал. Блядь! Как он так выскочил быстро? Пиздец, нахуй. Да я вот игре скоро все нервные клетки. Ой, вот он. Блядь! Ты где? Да тут, я за ним бегу. А, вон. Сука! Да у меня опять... Ультразвуковая херня! Бам, я его черепушку проломил. Давай, бежим за ним. А, да нахер за ним бежать, он нас убьет. Ой, блядь, да он меня скоро уебет. Я потерялся. Ты слышишь, это... Опять уебал меня! Он отбегает и снова ко мне прибегает, блядь, заебал. О, блядь! Бежит, сука! Ты где? Да я не знаю, блядь, он отбегает от меня и снова за мной бежит. Он меня убьет сейчас. Так залезь куда-нибудь. В лагерь бегу. Да. Бля, да иди ты нахуй. Дядя. Капканчиков тут наебно. Ой, блядь. Фу, блядь. Звуку, блядь. Да, бам, попался капкан, мразь. Так, сейчас. Блядь, я в капкан. Ой, сука, у меня лоу хп, нахуй. Беги домой. Даня, танкуй. Танкуй, Даня. Ой, бля, он ко мне прибежал. Даня, блядь, у меня лоу хп, я сейчас сдохну. Он ко мне прибежал, беги. Лоу хп. Ой, блядь, ты ту аптечку съел. Все, я похилился, ура. У меня прям вообще 0 хп было почти что. Так, значит, здесь поставил, да? И здесь. Да. Поставим здесь. Да. Кстати, эта мразь любит так бегать туда-сюда. Я наблюдаю с камеры. Ну, понимаешь, если мы тут будем стоять, торчать, то ничего не... Блядь! Будет. Это я попал, сука. Аутист. Ты упал так? Да, я забыл. Таня, ты дебил. Я забыл то, что здесь капканы. Я опять упал. Ты что ты творишь, придурок? Пошли, тебе винтовку возьмем. Что это за гей-порно? Что за гей-порно, Даня? Вот смотри, кстати, капканы сейчас не работают. Потому что ты сломал их, придурок. Пошли. Вот, бежит. Где? Ой, бля, бежит. Ой, ты попал. Капкан, а тебя ударил? Да, ударил. Да отстань. Ой, нахер. Где он? Да он меня уебал. Бля, тебя капкан попал, сука. Джинсины ебаные. Ищи снайперскую винтовку тут где-то, блядь. Я не помню, где она. Блядь, Даня, посмотри по углам. Блядь. В смысле по углам? Пошли. Вот. О, блядь, мразь ебаная. Бля. Скример ебучий. А, блядь! Вот винтовка, бери. Ты знал, да, про эти скримеры? Так меня он уебал тоже. Вот, вот. Пошли мы втащим. Да. Топ-10 опасных смертей руферов. Да. Бля, ну где Рейк уже, блядь, скучно, сука, его не убивает. Ой, блядь! Я забыл про него. Блядь, какую топку я проебала. Пиздец, что за игра? Даня, что это за мудак? О, у меня капкан разговаривает. Привет, меня зовут Капкан. И у меня аутизм. О, классно, я вижу, что у тебя аутизм. Да, Капкан. Нет, у меня тут больше друзей, не Рейки, да Даньки тупые. Вот с тобой поговорить можно хоть нормально. Да, согласен с тобой. Ой, блядь! Фига, смотри, как он хп ему снимает. Нормально. Блядь! На меня побежал, сука. Блять, я сдох.
Эх, капкан, снова я с тобой разговариваю. Ты долбоёб. Блядь. Ты не пугай меня, ты чё смотришь на меня так? Че тебе надо, низкополигональный? Да. Они, кстати, смотри, вот эти вот скины, видишь, написано Йо-Лого? Они, видимо, где-то скачали и... Да, я... Не, не скачали, это, короче, программа есть, типа, создавать эти модели. Скины? А, и они, видимо, лого даже своего не поставили, ничего. Ну, логотип, видишь, со скины. Это он снял? Или ты это снял? Я поставил. Значит, с котлетки. С макарошками. Нет, с пюрешкой. Поделай ты тоже так. Смотри, тут челик так и лежит, типа. Типа, он, знаешь, он в душе гонщик. Гонщик нелегальный. Елог, да. Просто скачали, блядь. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Окей. Ну, эту игру один человек делал, так что это простите. Какое-то время, да, все сохли пары. Ой, блядь, где? Бам! Смотри, он так и встал, и бам! Он развалился, вон. Я не вижу его. У меня он пропал. Ладно, чуваки, вот это аутизмическая игра. Мы наконец-то закончили. Ура! Да. Нет, нихуя. Это... Так вот. Да.